Бакинский порт расположен на древнем шелковом пути и соединяет Европу и Азию. Он находится в 70 километрах от столицы, в районе пересечения основных железных и автомобильных дорог Азербайджана. На данный момент его пропускная способность составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров в год. Бакинский международный торговый порт первым среди прикаспийских стран получил статус «зеленый порт» и присоединился к глобальному договору ООН по охране окружающей среды. Эти меры важны, так как деятельность любого порта с множеством логистических операций влияет на природу. Для того, чтобы получить этот статус, наш порт присоединился к нескольким международным проектам. Теперь у нас преимущественно используются электронное оборудование и другие экологичные технологии. Порт активно расширяется и модернизируется, что позволяет увеличивать объемы благодаря 4 терминалам и автоматизации процесса. Это значительно ускоряет операции по перегрузке. У нас в терминале есть 6 мостов. Мы можем делать перегрузку одновременно на 6 судов. Мы осуществляем перевалку контейнеров, различных удобрений и металлических грузов и отправляем их на склады. Статус первого зеленого на Каспии – это значит, что инфраструктура и деятельность гавани наносит минимальный вред окружающей среде. Более 80% оборудования в порту работает на электричестве. Административное здание Бакинского порта построено таким образом, что внутри здания нет необходимости использовать электричество, пока есть дневной свет. Вся дождевая вода, попадающая на здание, используется в качестве технической воды. Сточные воды, собравшиеся на дне трюмов, попадают обратно в море только после тщательной фильтрации. Модернизация порта продолжится и дальше, что позволит увеличить его пропускную способность более чем в 3 раза, достигнув 50 миллионов тонн грузов в год. Мы можем соединить Европу с Китаем, Азией наоборот. Мобильность отслеживается в обоих направлениях. Европа-Азия, Азия-Европа. А наши основные грузы – проектные. Порт ежегодно укрепляет связи со странами Содружества и международными партнерами. Активное сотрудничество ведется, в частности, с Туркменистаном, Турцией и Китаем. В этом году Бакинский порт достиг рекордных показателей по грузопотоку со странами СНГ. За первую половину текущего года по воде, например, было перевезено 1,5 миллиона тонн товаров из Казахстана и 1,3 миллиона тонн из Туркменистана. Бакинский порт, будучи центральным логистическим и транспортным узлом региона, активно интегрирует экологические подходы в свою деятельность. Он активно расширяет свои зеленые зоны, высадив более 60 тысяч деревьев. Мы измеряем наш углеродный след. Выбросы судов занимают большое количество от всех выбросов углерода. Мы намерены к 2035 году сократить выбросы углекислого газа до нуля. И мы будем первыми в стране, кто сможет достичь такого результата. За последние несколько лет Бакинский порт утвердился как ключевой торговый хаб Евразии. Он эффективно соединяет не только страны Содружества независимых государств, но и континенты, играя значительную роль в экономическом развитии региона. Порт служит не только важным торговым узлом, но и является местом обитания тысячи птиц. В его акватории встречаются более 40 тысяч видов пернатых. Ежегодно из Африки сюда мигрирует более 500 розовых фламинго. Стремящийся минимизировать воздействие на окружающую среду, Бакинский порт продолжает традиции устойчивого развития, укрепляя позиции ключевого транспортного узла в регионе и демонстрируя приверженность к ответственному управлению природными ресурсами.